Видовьес. Сейчас мы разовьем эту тему. Подписчики будут довольны. Шри Кришна Чайтанна Прабхуитананда Шри Адвейта Гадхара Шива Садигуру Бхактивинода. Шри Кришна Чайтанна Прабхуитананда Шри Адвейта Гадхара Шива Садигуру Бхактивинода. Шри Кришна Чайтанна Прабхуитананда Шри Адвейта Гадхара Шива Садигуру Бхактивинода. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Ну что, дорогие друзья, живем в уникальное время. События очень стремительно разворачиваются, и мир как бы вокруг нас, как сказал философ Декарт, мир в нашем уме. Поэтому, с одной стороны, мы можем смотреть на мир как на некое безумие, а с другой стороны, мы должны задать себе вопрос, как мы оказались в этом мире, в этом безумии, и стали его частью. Да, будучи бессмертными, прекрасными, трансцендентными по своей природе, мы почему-то попали в этот мир, как сказал Махапрабху, Дживара Сварупа Нити Кришнадас, сама по себе, Джива, душа, это слуга Кришны. Но в силу тех или иных причин, Анади Бахирмука, да, и удачливая душа, попала в самсару. И теперь она испытывает дух самсары, страдания в самсаре. Поэтому, с одной стороны, то, что сейчас мы начинаем прозревать и видеть, что мир не такой как бы чудесный, как нам кажется, и вот наши как бы цели наслаждаться и рулить этим миром, они рушатся, да, то есть уже как бы хотел купить квартирку, а денег теперь хватило на топорик для дров, вот, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, не стоит унывать, ибо когда рушатся наши материальные планы, Господь дает нам что-то более другое, более ценное. Но как увидеть Господа глазами, физическими, неочищенными глазами, невозможно увидеть Господа. Нужно увидеть Господа глазами души. Вот чтобы увидеть Господа глазами души, у нас есть прекрасная возможность сегодня, завтра и каждый день, а в особенности завтра, соблюдать экадыши, которые называются Пандава Экадыши или Нирджал Экадыши. Нирджал, без воды. Поэтому Писание говорит, что если завтра кто-то из нас сможет поститься без воды, он получит результат соблюдения всех Экадышей в течение всего целого года. Ну, давайте немножко об этом поговорим сегодня. Ну, во-первых, что такое Экадыши? Экадыши – это особые дни, которые, так сказать, высчитываются в календаре. И эти дни называются как бы мать преданности, да, то есть в эти дни, если человек практикует духовную практику, памятует о Господе, воспевает его святые имена, то он получает величайшее благо. Но, как мы с вами говорили, для того, чтобы служить Господу, нужно отвергнуть служение мамоне. Да? Служение мамоне, что такое значит служение мамоне? Материализм. И поэтому в эти особые дни мы полностью пытаемся сконцентрироваться на Господе. Это наша главная цель и задача. Теперь, почему в эти дни мы постимся? Ну, во-первых, есть история, которая описывает, что в определенное время проявляется Папа Пуруша, или так называемый Кали, да? И этот Кали, он входит в зерновые. То есть негативная энергия Кали входит в зерновые. И поэтому в эти дни Экадыши у нас есть один вариант. Либо, как говорится, погрузить свое сознание в божественное, либо соприкоснуться не только с греховной деятельностью, а еще и с греховной деятельностью, которая как бы, так сказать, вселенское добро и вселенское зло, со вселенским злом. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он очень нежно и заботливо просил свою маму: «Мам, лучше не ешь зерновые». Там он не стал ей там объяснять, папа Пуруша, там, вселенское зло, добро. Он сказал: «Мам, давай вот в эти дни уж
без риса. Конечно, для бенгальца это тяжелое вообще наказание, потому что бенгальц съедает огромную тарелку риса, и вообще как бы для бенгальца рис это вообще вот, ну, рис. Вот. И поэтому для бенгальца как бы не есть рис в этот день все равно, что вообще не есть, потому что они там ни овощи, ничего другого за еду не считают. Но у нас все немножко с вами попроще. Ну, во-первых, японский доктор получил премию за то, что доказал, Нобелевскую премию, что одноразовое голодание, короткое голодание, оно очень сильно восстанавливает наш организм. Поэтому всем нам нужно восстановить организм, потому что мы пытаемся выработать иммунитет, чтобы противостоять разным вирусам, в том числе коронавирусам, вирусам, у которых корона, у которых нет короны. Вот. Поэтому нам нужно здоровье, нам нужен иммунитет. Это физическая цель, и поэтому преданные настоящие считают ее побочной. То есть, понимаете, так, когда мы совершаем духовные аскезы, мы не должны ставить себе задачу, о, вот я совершаю аскезу ради иммунитета. Мы должны совершать аскезу ради удовлетворения Господа. И результат этой аскезы предложить Господу. Тогда наша аскеза будет трансцендентной. А так, иначе она будет в глубине страсти, если мы хотим что-то получить. А если мы даже не знаем, чего мы хотим получить, то в гуне невежества, да, как... Там, помните, демон Хирани Кашипу, он все мечтал получить силу, а закончилось все очень для него плачевно. В гуне благости мы хотим быть более религиозными, развить свою религиозность, но в трансцендентном, в ниргуне, мы хотим, чтобы Господь был нами доволен. И вот завтра, ребята, у нас есть такая возможность. Это первое. Ну, теперь давайте немножко вернемся к истории, предыстории этого Экадыша. Вы все знаете, что Веда Вьяса явился как Двапайна Вьяса в этом мире, и он был братом Махараджа Панду. И он, так сказать, по просьбе супруги Махараджа Панду, Сативати, зачал детей. Да? Но это не только то, почему мы знаем Веда Вьяса. Мы знаем Веда Вьяса как составителя всех ведических писаний. То есть, что сделал Веда Вьяса? Он пришел, и в конце Кали-юги он систематизировал все священные писания, записал их, во-первых, да, потом разделил их на правильные разделы. И в конце концов, будучи неудовлетворенной огромнейшей кардинальной работой, которую он проделал, сидя в Гималаях, да, он по просьбе своего гуру Нарады записал Шримад-Бхагаватам. И Шримад-Бхагаватам – это величайшее духовное произведение, которое является венцом всей ведической литературы. Вот то, что сделал Веда Вьяс. Но Веда Вьяс неоднократно появлялся и перед пандавами, и там вместе с Кришной. И если мы будем изучать, в особенности, комментарии Мадхвачарьи на Махабхарату, то мы увидим, что Веда Вьяс, он, так сказать, активно участвовал в событиях того времени. Да? Он время от времени появлялся, давал определенные какие-то наставления. То есть он играл некую ключевую роль. И все-таки его главная роль – это литературное воплощение. Да? То есть Кришна явился как изначальный Господь Вриндавана, и потом он, так сказать, переселился в Мадхуру Двараку. А Веда Вьяс явился как литературное воплощение Господа, и задача у него была очень четкая. Да? Опять же, Веда Вьяс трансцендентный, прекрасный, но когда речь стояла о зачатии детей, то он сказал, смотри, чтобы я зачал как бы потомство с царевной, надо, чтобы они увидели мою трансцендентную форму. А для этого они должны в течение года поститься и соблюдать посты. А и только тогда они увидят меня как олицетворение Кришны, да, мою прекрасную форму. Но мать сказала, нет, это слишком сложно, сынок. И вряд ли эти принцессы могут это сделать сейчас. Время мало, надо зачинать детей срочно. Срочно нужны наследники для империи, вот. Веда Вьяс сказал, ну тогда им придется увидеть мою как бы внешнюю форму старца дредастого, страшного такого, как бы иссохшего старика, и могут быть какие-то проблемы. Давайте, говорит, таким образом поступим. И Веда Вьяс как бы зачал трех детей, и в результате, значит, одна царевна, она от страха зажмурила глаза, родился слепой Дхритараштра. Другая подставила свое, другая как бы ужаснулась, и родился альбинос Панду, она была альбиносом. И третья подсунула свою, как бы не захотела как бы заморачиваться, подсунула свою служанку, рабыню, и таким образом от Шудрани родился Видура.
И мораль всей басни такова, что соприкосновение с Господом, оно может быть только в очищенном состоянии. То есть только глазами любви, только глазами души можно увидеть Господа. И, соответственно, почему я рассказываю эту историю, тот же самый Ведавьяс, он рассказал Бхиме, как можно очиститься. Когда родились пандавы, каждый пандав родился от своего определенного божества. Да? Юдхиштхира от Дхармы, от Ямараджа, Арджуна от Индры, Карна, который не был, был антагонистом от бога Солнца, вот. Накула Сахадева родились от Ашвинов, от Ашвини Кумаров, а Бима родился как Ваю. Ваю является одним из мощнейших божеств и величайшим преданным. И Ваю, он всегда раздувает огонь, и поэтому у Бимы была еще кличка «Волчье брюхо», то есть в него брюхе всегда горел огромный огонь пищеварения, да? И поэтому, не забывайте о том, что он в прошлой жизни был хануманом, который съедал огромное там, количество бананов и еды, да? А тут он родился как Бима, огромный силач Бима. Но и даже когда он жил, скрывался в царстве Мации, он скрывался в образе повара. Ну, естественно, как говорится, как хороший повар только тот, кто любит есть, вот сам. Потому что если ты не любишь есть, то заморочиться на готовку – это слишком, слишком грустно. Вот, и Бима, он имел прозвище «Волчье брюхо». Однажды его братья, которые, надо понимать, что когда пандавы вернулись обратно из изгнания, родились они в изгнании, когда их отец отправился в Гималаи, и они родились там. Ну, когда они после смерти отца вернулись, панду, так сказать, случайно застрелил брахмана, который совокуплялся со своей женой в образе животных, и брахман его проклял, он сказал, что я вот тут, как говорится, один раз не это самое. И брахманы, они с помощью мистических сил принимали тела животных, потому что, ну, вроде как для брахманов неприлично было наслаждаться сексом в человеческом, как бы, обличии. Поэтому они там в козликов превращались и как бы сношались, как козлики. Вот. И панду он шел на охоте, увидел двух сношающихся козликов и пострелил их одной стрелой. Это был брахман и его жена. И он сказал: я понимаю, что вот за мое, как бы, вожделение Господь меня наказал, что меня и мою жену, да, что мы вроде как бы были брахманами, возвышенными людьми, а тут как бы стали вести себя как животные, поэтому у меня к этому вопросу нет, я осознаю свою вину. Но у меня есть только один такой вопрос, да, поскольку мы как бы сношались, это недавно закончить процесс, то ты умрешь тогда, когда ты тоже соприкоснешься со своей женой. И пан был, конечно, в шоке, но так или иначе, он жил в отречении вместе с Мадри и Кунти, и рассказал им историю, что девушки, как бы, ну, наши отношения закончились, потому что как только я какой-то из вас совершу близость, то мне будет кильдык. Вот. Ну, все вроде все поняли. Но, прогуливаясь с Мадри, в результате на панду напало вожделение, и он как бы стал, как бы, приставать к Мадри, и Мадри как бы не так сказать, поддалась на провокацию, и в результате, так сказать, панду погиб, а Мадри была вынуждена, чтобы искупить свою вину, броситься в костер мужа. И так в итоге осталась Кунти и сыновья пандовы, и они вернулись обратно к своим родственникам, но родственники не очень охотно их приняли, потому что Дурьодана очень претендовал на царство, тем более вроде бы там все родственники куда-то слились, а тут оказывается, что настоящий претендент — это Юдхиштхира. И началась как бы конкуренция. Очень, сначала она была такая, ну, как бы юношеская, потом она перешла в очень жестокую конкуренцию. И Шакуни, дядя Дурьодана, он, так сказать, постоянно подговаривал Дурьодана, поскольку Дурьодан был очень испорченным юношей, да, то есть у него было большое эго, а еще Шакуни подливал на его эго, поэтому они уже в молодости думали, как бы с этих пандавов как бы свести, и больше всего они боялись, естественно, Биму, потому что Бима обладал невероятной силой, не только невероятной силой, прожорливостью, но вот однажды они подумали, если мы пригласим Биму на, как бы,
на обед и приготовим кучу еды для него, а он точно на еду разведется, то у нас у Шакуни был яд Калакута. А яд Калакута – это был яд, который пахтали в процессе пахтания Вселенского океана. И в этот момент Шива, а во время пахтания океана как раз проявилась энергия Кали, проявились все змеи, проявились скорпионы, проявился яд Калакута, и при этом проявились еще капли амриты, нектара, которые Вишну, который принял образ Махини Мурти, он, так сказать, настолько обладал удивительной эротической формами, что все демоны просто давай, давай. И Вишна в такой вот форме эротической сказал: ребятки, давайте я вам помогу, чтобы это не передрались, тудема-сюдема. И все демоны, увидев эту красивую девушку, кажется, не подумал, я с ней буду как бы шуру-муры, давай, давай, давай. И глупые демоны доверили. И они смотрели с таким вожделением на Махини Мурти, что он сказал: ребят, ну я так не могу, вы на меня сверлите своими глазами, я девушка скромная, закройте глаза и сядьте на коврике, и я вам всем раздам. Вот. Естественно, хитрый Раху, он подумал сразу же, что-то тут такое не то, и он умудрился сесть в ряд там, где сидели полубоги. А пока демоны в похотливых своих мыслях, так сказать, смотрели на прекрасные формы, медитировали на прекрасные формы Махини Мурти, она стала раздавать нектар богам. И не собиралась ничего демонам, но Раху увидел это, и он тоже, как бог, получил свою каплю нектара и уже хотел был ее выпить, как Махини Мурти сразу же отрубила ему чакрой голову. И так появилась планета Раху, которая, с одной стороны, как бы демоническая, но, с другой стороны, будучи планетой, в ней также присутствует некое божественное начало. И вот. И в процессе этой истории про нектар, очень известная история, которая написана в Шримад-Бхагаватам, Махабхарате и в других Пуранах, естественно, там было пахтание, и появилось множество трансцендентных сокровищ, там слон Айравата, богиня Лакшми, в конечном итоге вышел Данвантари с этим нектаром бессмертия, у которого боги тут же, вернее, демоны тут же вырвали этот горшок с нектаром из рук, ну вот, думая, что они смогут обмануть Вишну. И появился смертоносный яд Калакута. И вот этот смертоносный яд Калакута, боги увидели, что этот яд разъедает всю землю. Они, если мы сейчас яд нейтрализуем, вообще будет полная труба. И они позвали Шиву: Махадев, ты божество всех божеств, помоги выпей этот яд, нейтрализуй его. Да, только куда? Его никуда не вылишь, да, знаете, как атомные отходы. Надо захоронить их, там где-то захоранивают. Ну вот. А этот яд невозможно захоронить. И вот, значит, Шива согласился, он выпил этот яд и чуть не умер от этого. Яд остался у него в кадыке, он не смог его проглотить, он оставил его здесь в кадыке, поэтому назвали его Нилканта, синий кадык. Но капля этого яда и часть этого яда осталась. И вот как раз Ваю спас, потому что он выпил этот яд, и вообще ему пофиг. Если Шива выпил яд и чуть не лишился сознания, чуть не умер в конечном итоге, но оставив яд в кадыке, и пролил капли этого яда, из которых появились змеи, вот, то Ваю выпил этот яд вообще без всяких сил. Тем самым Ваю показал, что среди всех богов я величайший преданный, и я обладаю величайшей силой. И Ваю управляет всеми пранами, да, почему в йоге пранаяма и так далее. Вот. И два брата Ашвина управляют левой и правой ноздрёй, Пингалой и Идой. А их жена, богиня Уша, управляет сушумной, состоянием нейтралитета, которое пребывает внутри тела во время пранаямы, так сказать, где происходит задержка в сушумне, да, проглатывание воздуха в сушумне. Почему это все рассказываю? Потому что Бима – это и есть Ваю, верховное божество Ваю, а у Ваю много разных помощников. И, значит, ему предложили эти братья Дурьодханы: о, мы накормим Биму едой, а на самом деле подольем ему в еду яд Калакута, который нам принес Шакуни. А Шакуни его у кого-то там получил из богов, маленькую баночку. И они говорят: яд Калакута, его невозможно противостоять ему. Ну, Бима пришел на званый обед, и Ююцев, один из братьев, он сказал: слушай, там тебя хотят отравить.
Бима говорит, ну я же не могу, я же пришел поесть. Если я пришел поесть, я не могу, ребята, я вообще люблю кушать. Так у нас Муханчур тоже очень любит кушать. Вот он может все, что хочет, переварить. Ну, все в шоке, смотрят, Бима ест, 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 все съел вообще, все съел. Говорит, так, ребят, пойду посплю немножко, проснусь там. Значит, и заснул. Они говорят, а, надо быстрее это самое, что-то с ним делать, давайте его свяжем веревками и бросим его в воду. Значит, и они связали веревками Бима, а он же, ну, как бы, кто он такой, он Вайо. Для него там, для йога под водой вообще не вопрос. Как бы они утопили, думают, ну все, вот мы его отравили, утопили. Помните, как Распутина там тоже отравили, утопили. Ну вот так он утонул. Ну вот, а у Бима там другая история. Значит, он утонул, там его окружили всякие под водой подводные змеи, наги. В общем, там опять какая-то была история с девушкой. Там девушка нагиня в него влюбилась. В общем-то, как-то он там еще эту девушку окучил и как бы вышел, как ни в чем не бывало. Вот. Я это к чему рассказал, потому что, вы же понимаете, вот эта история, она иллюстрирует, что Бима как бы без еды вообще не мог. Да, и там, и как бы вся его тема вокруг еды. Даже когда он убивал демона Бакасуру, а там был, когда они пришли в Агачакру, где наш храм, а там жил демон Бака. И когда Бима и другие пандавы приняли прибежище семьи браманов и жили там как браманы, то пришло время этих браманов принести кого-то, одного из членов семьи и множество еды в жертву демону Баке. Потому что у Баки был такой договор, что типа вы мне будете присылать там раз там, в какое-то время одного человека, и он должен будет приносить с собой повозку с валами. Там, естественно, как демон тоже был бенгальцем, тоже очень любил рис, и, там, побольше риса, там, и сладкие рисы, и пирожки, и то, и человеченки, и говядинки. В общем, у него такой как бы обширный обед. И обед должен был самому ехать и везти эту еду. То есть он съедал ее, как бы, и того, кто привозил, и быков, и заодно еще как бы там вареного риса. Там, ну, как бы, то есть это с рисом еще чисто по-индийски. Дал рис и как бы немножко саджа. Там голову что-то открутил. Теперь вы понимаете, да, какие глубокие корни у рисоедства в Бенгалии. Даже демоны как бы без риса не могли жить. Вот. Ну и, конечно, там семья в полном шоке, и родственники спорили, кто там, кого, в общем, кто пойдет. Отец говорил, я пойду, мать говорила, я пойду, дочь говорила, я пойду, там, сын говорил, я пойду. Каждый говорил, ну, браманы такие люди были, духовные. Вот. Но Кунти, когда услышала, говорит, слушайте, ребят, давайте это самое, давайте пойдет мой сын. Они такие, нет, нет, вы наши гости, закон гостеприимства, гость это как Господь. Но в конце концов Кунти говорит, ребят, давайте на всякий случай я вам скажу, кто мы. Мы не только ваши гости, мы вообще императоры всей земли. Я царица Кунти, мои сыновья это Арджуна, Накула, Сахадева. Поэтому для моего... телегу, и, короче, Бима пока тащил эту телегу, он сказал, валов не надо, типа, с коровами, как бы, ребят, ну, как бы, уже, какие валы, дайте мне телегу, и он пока ел, по дороге все съел, в общем, короче, да, всю эту телегу жрачки, вот, и представляете, он там приходит, этот демон там, из пещеры вылезает, там, там Бангладжане, там типа говоришь по-бенгальски, Бима такой, Бангладжане, это, я не говорю по-бенгальски, хинди, хинди, тора, тора. Ну, в общем, начался такой как бы диалог Востока и Запада, типичный, потому что, ну, как бы, люди в Бенгалии, они вообще по-хинди плохо говорят, да. И демон такой, типа, а, ты съел всю мою еду. Ну, вот, а он доедал, как бы, и демон такой, ура, на него набросился, ну, в гневе, представляете, да, там, где корова, где это самое, где еда. А вот как бы мой обед съел обед. Вот. И демон, конечно, в шоке был такой, а Бима ел, значит, сладкий рис доедал. Я рукой там, левой рукой, потому что правой кушал, левой же попу моет. Левый он там этого демона дубасил. Ну вот. И в общем, короче, он дубасил левой рукой, как, и когда уже доел рис, он говорит, руки правой ему как дал в рыло. И тот, конечно, с картухой умер.
так получилось, что обед как бы встал поперек горла. Вот такие вот великие дела, любимые. И поэтому, естественно, как бы понимая, да, то, что там и ради яда он все съел, и там демона бедного объел. То, когда Бима встретился с Ведовьясом, значит, Ведовьяс ему говорит: слушай, ну, там надо поститься на Экадыше, это вот очень важно. Духовный Бима говорит: слушай, ну я могу делать все, что хочешь, но поститься я точно не могу. Два раза в месяц я не в состоянии поститься. У меня горит огонь пищеварения в желудке, у меня кличка волчья брюха, да, то есть я не могу, если я что-то не поем. Ну, Ведовьяс, конечно, он такой мудрый мудрец, он говорит: слушай, ну хотя бы один день в году сможешь поститься? Бима говорит: ну один день в году, ну постараюсь. Он говорит: я тебе расскажу про вот этот Нирджала и Кадыша, но теперь его будут в честь тебя звать Пандавы и Кадыша. И вот тут есть такой момент, что если кто-то в этот день Нирджал без воды или одну маленькую каплю воды только выпивает, следует весь день, то получает он благо поста от всех Экадышей, абсолютно всех. И это было настолько шокирующе для меня, что сказал: окей, вот, ну, раз уж я зарублюсь, точно не буду ни петь, ни есть. Вот завтра такой Экадыши, друзья мои, так что кто хочет получить все блага от всех как бы Экадыши, вместе взятых, и милость Бимы, и если Бима волчье брюхо смог поститься, то уж мы точно должны памятовать эту историю, поститься завтра. Но не просто поститься. Поститься – это одно дело. Мы должны завтра воспевать Господу славу, должны думать о нем, молиться. А вот завтра мы, так сказать, санкиртану устроить и так далее, там подумать. Вот тогда будет наш результат, да. Вот. Вот такие дела. Ну, а сегодня мы как бы с вами вот общаемся на духовные темы, готовимся к завтрашнему дню. Ну и последняя новость позитивная. У нашей Малати Деви Даси из Москвы сегодня день рождения, да, ей повезло, потому что завтра у нас у Тунги день рождения, но у нее будет на Экадыше день рождения. Вот, поэтому надо ее поздравить, как бы. А у Малати перед Экадышем день рождения, значит, наестся на кисельном они и будут как бы поститься завтра, следующий целый день. Ну, кто сможет, ребята, без воды, давайте, напишите мне там в своих комментах, что типа тудема, сюдема, я вот без воды смог. Но не возгордитесь, потому что тогда это не будет подлинный пост, это не будет подлинная аскеза. Аскеза должна действовать в правильном настроении для удовлетворения Господа. А если она вызывает у нас гордыню, то, так сказать, грош цена такой аскезы. Ну что? Успехов, дорогие мои, всего хорошего, и Хари Кришна тую. И Хари Кришна тую, Малати, мы тебе позвоним. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Ши Адвайта Гадхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна.